Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики и гости моего канала. Рад вас приветствовать снова. Продолжаю покраску, сборку броневика от фирмы Бронко. Как вы видите, я уже нанес базовый цвет. Базу использовал краску Мистер Хобби H50 Olive Drop первую. Вот. Ну и вот что получилось на данный момент. Разбавлял выравнивающим растворителем от фирмы Мистер Хобби. Хорошо легла краска. Сам цвет очень понравился. Раньше использовал от Tamiya Olive Drop. А тут решил заказать Мистер Хобби. И очень мне понравился данный цвет. Вот. Ну теперь что? Теперь буду продолжать покраску. На данном этапе хочу сделать высветление на модели, более как-то ее оживить и краску базовую хочу сначала попробовать развести краской от Tamiya XF59, потом посмотрим, что получится, и более светло, наверное, выделение на люках, на ручечках и на выпирающих частях еще подразбавлю дектаном 55 и буду высветление делать на выпирающие части. Посмотрим, что получится. Начнем.